Папку, да? Так, ну чё, начинаем тестировать активную стабилизацию, исправленную с помощью Catalyst браузера, камера 7C. Picture профиль я поставил номер 10. Я вот в таких вот смешанных условиях, где там зеленые лампы, синие, темень, не темень, предпочитаю ставить гибрид логаму по причине того, что, ну, тупо с ней будет веселее потом, в дальнейшем, попроще. Сейчас у нас стоит задача испытать именно стабилизацию. Самое первое, когда ты будешь стабилизировать это все в дальнейшем на посте, ты должен поставить выдержку хотя бы 1/400. Второе, ты должен выключить все стабилизации, которые есть в твоей камере, либо в объективе. Ну и в-третьих, выучите, блин, наконец-таки правила съемки. То есть я понимаю, что каждый блогер не оператор. Я понимаю, что операторское искусство это как отдельный вид такой науки, будем так говорить. Все это понятно, и у вас на эти зашквары просто тупо нет времени. Ну послушайте хотя бы старого доброго индейца Тарана, что вот то, что я делаю сейчас, делать да как бы на самом деле не рекомендуется. У нас для этого существует вот такая вот замечательная ручка. И если ты хочешь что-то записать интересное, я настоятельно тебе рекомендую делать это именно вот так. Поставил камеру, нажал запись и записываешь всякие интересные ништяки. Нормально?